Всем-всем огромный привет! У нас с Максимкой большие перемены. Мы сбежали из дома. Дело в том, что когда наша бабушка уезжает в санаторий или в гости с ночевками, то мы в это время делаем себе выходные, собираем самые лучшие манатки, собираем вещи, которые нам будут интересны, и с Максимкой на день, на два с ночевкой уходим к бабушке ночевать, пожить и получать удовольствие и радости. В это время мы идем мимо магазина, покупаем все самое вкусненькое, что нам хочется скушать, попировать, и сматываемся от бабушки и от папы. Но на самом деле мы живем очень-очень близко, и поэтому давайте мы вам покажем, что же мы с собой купили. Ну, чтобы особо не готовить, мы взяли роллтон. Это пюре картофельное, и к этому пюре мы взяли с Максимкой помидорки, грибочки. Макс решил, что важно взять вот такой тук. Это такие печенюхи, вредные, привредные, сметана и лук. Хлебушек, сардельки. Сардельки это очень вкусно. Взяли шоколад, зелень к помидоркам, майонез. Это кетчуп Максимкин, самый любимый. Ну и на ночь мы взяли йогурт. Вот. Что-то мы найдем тут у бабушки, наготовим себе разные всячины и будем жить с ним 2 дня. Ну, давайте немножечко мы с вами прогуляемся, посмотрим, что же мы взяли такого интересного. Так, это моя косметичка, без которой я решила, что не проживу здесь. Тоник, смывка, потому что я сейчас накрашена, это двухфаска классная от Mary Kay. Духи я взяла себе вот такой кексик шоколадный, очень люблю его. Вообще все кексики, которые есть вот в этой серии Sugar Baby, они все очень вкусно пахнут, прямо сладкие, конфетные такие ароматы, прямо вау. Ну, естественно, дезодорант. Это Максимке к ингалятору, потому что он сейчас болеет, и в этот раз, если кто-то переживает, я не забыла ничего, ингалятор взяли со всеми деталями. Ну и, естественно, с лекарством. Так, что мы еще взяли? Ну, конечно, компьютер мы взяли. Мы взяли Макса. Привет. Что ты взял с собой интересненького? Колонку. Макс взял колонку, телефон, в котором уже играет, планшет. Ну, я взяла, естественно, каталог. Это Максимкин ингалятор. В нем куча лекарств разных. Ну, естественно, рюкзак. Как же без него? К понедельнику нужно сделать уроки. Моя сумка. Очень люблю эту сумку. Очень она удобная, классная. Заказывала я ее на ym.ru. Видите, у нее очень много отделений разных. Вот, уже ношу вот это зеркальце, которое мне попалось в коробочке New Beauty Box. Такая расчесочка у меня здесь очень удобная с зеркалом. Ну, я не буду показывать, что в моей сумке, хотя это видео у меня запрашивали. Ну и, наверное, все. Больше пока ничего не покажу, потому что жилье все-таки не наше, особо наглеть не буду. Ну, могу показать еще, что я взяла с собой, что я посчитала для меня будет жизненно просто необходимым за эти 2 дня. На самом деле можно, конечно, и не краситься, но неинтересно это не краситься. Но это насморк. Это тоже необходимо. Крем для рук. Я решила взять вот такое крем-масло для рук и ногтей. 45 мл. Еще не пробовала, вот взяла новенькое с собой. Помаду взяла в 140-м оттенке от L'Oréal. Сегодня только снимала все мои помады, и сразу ушли мы сюда. Представляю, что там в комментариях творится, я их не отключила. Наверное, там идут войны. Так, дневной крем взяла вот такой. Его тут осталось прям совсем чуть-чуть, и решила, что надо его добить. Классный крем, я не знаю, в России продается он или нет. Мне прислала Оксаночка, которая живет в Америке. Понравился прям, классный крем. Он и под тональную основу вообще замечательно, как база работает. Супер. На вечер питательный крем для лица взяла от Green Mama. Сейчас весь фикс прайс кипит этой Green Mama. И, наверное, я на основании этого
Рука моя потянулась именно к этому тюбику и взяла его с собой. Так, что у меня? Ну, без бальзама я вообще не могу, мое солнышко. Этот такой бальзам вообще классный. И вот тут немножко, он быстро заканчивается, он прямо тает, как масло сливочное. Даже с вазелином не сравнить. Это тональная основа я. Чумазый спонжик здесь помою, наносить буду. Кисти, которые я взяла. Это самая простая кисть, но она очень удобная для румян. Это моя походная для пудры. Я ее использую только когда куда-то еду. Дома у меня попушистей кисточки. Так, еще ватные диски нашла. Тушь буквально уже добиваю вот эту вот от Divash 90-60-90. У нее вот такая щеточка. Сначала не могла раскрасить ее, потом так раскрасила, но сейчас подсыхает, но классная, вообще просто супер. Мои любимые три кисточки. Вот эти две, я ими делаю макияж глаз. Вот прям вот все могу сделать ими двумя. Вот эта деревянная Teka Tools, а это вообще китайская и очень дешевая. Из набора вот из этого. Это тоже из китайского набора. Это кисть для бровей. Она такая плотная, жесткая. Мне такая как раз и нужна. Крем для век уже прямо невесомый. Он весь светится прозрачный. Чуть-чуть осталось. Это от Эвелин косметика. Крем плюс сыворотка омолаживающая для контура глаз. Мне она очень нравится. Классная сыворотка. Так, еще ватные диски. Я их так и буду... Ну, естественно, для бровей палетка одна и та же у меня работает. А, это румяшки. Полюбила я эти румяшки. Я прямо, когда их заказывала в Avon, сразу поняла, что это будет моя любовь. Ой, так. Из первого, и со второго, и с пятого взгляда. Ну, я их показывала в косметичке месяца. Ну, так как уж мы здесь с вами шуршим. Вот такой оттенок. На загорелое лицо он ложится... Ну, для меня красиво. Зачем я здесь ношу вот эту кисточку, не знаю, ни разу не пользовалась, но вот как дополнение к палетке она всегда остается с ней. А что тут интересного? Взяла я две всего помады, представляете, на два дня всего две помады, как я выживу без них, не знаю. Это вот это и от Stellary. Сегодня тоже ее, когда крутила-вертела, решила, что вот без нее тоже эти два дня я не проживу. Так, что у нас еще? А вот еще кисточка. Знаете, вот эта кисточка? Это от Avon кисть. Она двухсторонняя, но вот этим вот спонжиком я не пользуюсь. Он такой прорезиненный. А вот эта плотная кисть для меня, она идеальна для всех теней кремовых. Остаюсь верна Eva Mosaic, вот этому BB тональному крему. Просто супер. Я его прямо выдавливаю на этот спонж и на лицо, и прямо одна секунда, и вся красавица в макияже. Вот это must have. За последнее время, представляете, я изменила своим зеленым теням. Просто влюбилась вот в эту палетку. Я такой красивый макияж с ней делаю. Это просто непередаваемо. В общем, коричневый с бежевым вот с этим цветом наносишь, делаешь макияж. И немножко голубого, как стрелочку, добавляешь по контуру ресниц. Но такой взгляд с поволокой, красивый. Глаза становятся у меня карие аж. Ну, прямо вот бесподобная палетка. Влюбилась и прямо вот жить без нее последнее время не могу. Настолько она мне вот понравилась. Так, сводчи я могу сделать только пока вот так. На себе не могу. Так, ладно. И что у меня осталось? Вот эта пудра минеральная от Mary Kay. Вот в таком оттенке. Мне пудру эту и тени Оксана Александрова подарила. Ксюш, спасибо тебе. Прямо благодарю, благодарю 100 раз. И вот они. Color Tattoo. Всем прямо знакомый 65-й оттенок Pink Gold. Вот именно его я и наношу той кистью от Avon. Не откручу, наверное. Я думаю, его смысл нет крутить. Отличный оттенок. Красиво ложится. Я, бывает, наношу только его как базу.
И сверху уже на него накладываю вот эту палетку теней. Смотрится очень красиво, прямо очень красиво. По-другому не скажешь. Ну, косметичка моя пустая. Эту косметичку, кстати, мне тоже дарили. Дарила Юленька, Юлюня Мака. Спасибо тебе, моя хорошая, если смотришь. Я ее очень люблю, она объемная, и в нее умещается, ну, абсолютно все. Вот такую вот на 2 дня косметичку я собрала. Сейчас у нас там варятся, жарятся наши вкусности. Ну, еще вода только стоит. Начнем сейчас все варить. И будем с Максом пировать и отдыхать. Я, наверное, загружу вот такой коротенький ролик. Как мы уж тут отдыхаем, я не буду снимать. А что мы взяли еще с собой, кроме компьютеров и косметики? Мы взяли книги, игры. Во-первых, мы хотим провести вместе это время, пообщаться, наиграться, чтобы вот именно наша дружба, мама-сын, она вот как бы развивалась. И еще так сразу вперед забегу, многие начнут спрашивать, почему не взяли папу. Папе надо поработать, на самом деле мы от него ушли, чтобы дать ему возможность поработать и не шуметь ему в соседней комнате. Вот. Поэтому у нас будет все хорошо. Единственное, мы с собой не взяли нашу бабушку. Ну, ей тяжело ходить, перемещаться. Ну, и она остается главной следить за Степой. Поэтому вторую бабушку мы не взяли, которая живет вместе с нами. Вот. Ну, спасибо за внимание. Надеюсь, со мной было интересно. Я тут побегала, что-то порассказывала. Если интересно, ну, может быть, что-то, если будет интересное за эти 2-3 дня, мы снимем отдельным роликом, отдельным влогом. Теперь сложно снимать влоги, потому что на Ютубе отключили видеоредактор и нет возможности соединять ролики. А видеоредактор, который я сейчас себе скачала, я с ним еще не могу ни подружиться, ни понять, ни разобраться. Там еще мне учиться и учиться. Поэтому пока буду загружать вот такие кусочки, изучать этот новый видеоредактор. И вот неопознанное, в общем, познавать. Ну, теперь точно все. Спасибо всем за внимание. Всем до новых встреч. И всем пока.